Дочь, мама, жена, журналист, писатель, очаровательная Маша Траут. Здравствуйте. Центральная библиотека Ленинского района предложила своим читателям принять участие в телемосте с популярной писательницей нашего времени Марией Трауб. В этот день на связи были многие города нашей большой страны. Омск, Казань, Ижевск, Калининград и маленький подмосковный городок Видное. Все могли вести с Марией живое общение и задать ей интересующие вопросы. Как вы считаете, люди выбирают книги или книги выбирают людей? И лучшая книга, которая выбрала лично вас? Вопросов было много, и подробный ответ получили все слушатели. Писательница рассказала о своей жизни, семье и, конечно же, о книгах. Все присутствующие получили только положительные эмоции и уже ждут новые такие же интересные телемосты. Маша Трауб у нас очень популярна, особенно вот две ее книги для молодежи очень пользуются спросом. И, конечно, я вот сегодня общаюсь с ней, я вижу ее на экране, имею возможность задать ей какие-то вопросы и, конечно, расскажу об этом своим читателям. Очень интересно она рассказывает и про свою жизнь, и как она пришла к писательству, и про свою семью, и чтобы у людей была возможность познакомиться с любимым писателем, вот нужны такие мосты. У Маши Трауб удивительная способность писать увлекательно о самых обыденных вещах и не случайно. Она очень быстро стала писательницей, которую советуют почитать друзьям. Она пишет о людях и судьбах. Ее книги – это наша жизнь, наши мысли и чувства. Самая основная цель – это, конечно же, популяризация книги и чтения. И дать возможность читателям обратиться напрямую к любимым писателям. Такие онлайн-встречи здесь проходят уже во второй раз. Благодаря своему партнеру, издательству «Эксмо», Центральная библиотека планирует организовывать такие мероприятия чаще и вскоре создавать уже собственную студию для подобных телемостов. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.